субботу в Самарской области ясно, без осадков. Температура днем плюс 25, ночью до плюс 18. Ветер северный до 5 метров в секунду. В Сызрани малооблачно, днем плюс 25, к ночи плюс 17. Ветер северный 2-3 метра в секунду. В Тольятти ясно, плюс 25 днем, плюс 16 ночью. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Самаре днем ясно, плюс 22-25. Ночью малооблачно, плюс 14-16. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 60%. Температура воды в Волге 17 градусов. Магнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.